Московского полицейского Дмитрия Трубникова, который в пьяном угаре ранил двух своих коллег, до оглашения приговора оставят под стражей. Напомним, в начале недели, после того, как старшему сержанту сделали замечание и попросили сдать оружие, он открыл огонь по своим сослуживцам. До сих пор они находятся в больнице. Андрей Ивлев из зала суда. Скажите, пожалуйста, зачем вы стреляли? Что вы пили? Все попытки журналистов разговорить Дмитрия Трубникова оказались напрасными. Тщательно спрятав лицо от телекамер, полицейский на скамье подсудимых хранил молчание. И лишь когда началось заседание, заговорил. Хотел извиниться перед коллегами своими, попросить прощения. Дай Бог, чтобы они были здоровы, поправились как можно скорее и стали в строй. 42-летний старший сержант Дмитрий Трубников открыл стрельбу по своим коллегам вечером 31 марта. Все произошло на территории 2-го оперативного полка, прямо в дежурной части. Как сообщают очевидцы, мужчина был пьян. Ему якобы сделали замечание, предложили сдать табельное оружие. А он в ответ открыл огонь по своим товарищам, с которыми вместе проработал 20 лет. На почве личных неприязненных отношений Трубников принял решение убить своих коллег, используя табельный пистолет марки ПМ калибра 9 мм. Как сообщают в Следственном комитете, сержант Трубников произвел не менее 8 выстрелов. Серьезные ранения получили трое его товарищей. Они остались живы и сейчас в больнице. Именно поэтому сам стрелок в зале суда просил снисхождения на время следствия в виде домашнего ареста. Мол, не убил же. Я никому не хотел причинить вреда. Если бы хотел это дело сделать по-серьезному, были бы сложные отношения, положение у ребят. Однако суд встал на сторону следствия и гособвинения. До 31 мая Дмитрий Трубников будет находиться под стражей. Он, в принципе, все признает. Объяснить, как это получилось, он не может. Я так думаю, что ему просто стыдно вот это все вспоминать. Потому что, ну, видите, что ну, нормальный человек, а вот ну, какое-то, видимо, временное, какое-то помутнение. О полицейском, устроившем стрельбу, друзья и коллеги отзываются как о порядочном человеке. Дмитрий Трубников, в прошлом вратарь футбольной команды, служил в элитном подразделении. У него жена и 10-летний ребенок, на иждивении пожилая мать. Как так получилось, что успешно прошедший аттестацию сотрудник полиции открыл стрельбу по своим коллегам, теперь будет выяснять следствие. Все это время по решению Дорогомиловского районного суда старший сержант Дмитрий Трубников проведет под стражей. Уже известно, что максимальное наказание, которое грозит ему за бойню в дежурной части, это 13 лет лишения свободы. Андрей Ивлев, Сергей Лаврушин, Сергей Куликов, Евгений Стриха. Место происшествия.